помочь? Ольга Михайловна? Вы ко мне? Да. Вы подписывали приказ о зачислении Солдатова в бригаду? Ну? Но Басаргин спрятал его в стол и сделал вид, что его не было. Вот как. Ну, в какой-то степени он прав. Есть испытательный срок. Вот он испытывает. А на что? На деловые качества или личную преданность и верность? Ольга Михайловна, нет, вас пора переизбирать. Извините меня, но мне кажется, что вы видите то, чего нет. Да, в общем-то, и быть не может. Понимаете, существует специфика горных работ. Здесь люди должны доверять друг другу. Как говорится, один за всех, все за одного. Что, разве не верно? Вообще-то верно. Ну, а тогда в чем же криминал? Объясните мне, Виталий Иванович, если я чего-то не понимаю в специфике горных работ, так это то, что он тебя особо доверенными лицами окружил, и что они все в бригаде решают специфику. Или то, что никакие ваши ни просьбы, ни приказы не действительны для членов бригады Басаргина случайность, да? Да ведь что бы вы им ни говорили, ни да, ни нет. Пока лично он им не скажет, они же или Ваньку валяют, или с места не сдвинутся. Ну, не надо так о них, не надо. Сознательные ребята. Прекрасная по всем показателям бригад. Ну что я без них? Без него? Они проходки не дадут, и первый же выговор не им, а мне. Кстати, и вам тоже. Так, значит, и мое светлое будущее зависит от него. От кого? От Басаргина, от кого же еще? Эх, далеко мы здесь, Виталий Иванович, слишком далеко. Сидим, как на островке, и ничего не видим. Уперлись в этот тоннель в горе, а там товарищ Басаргин ковыряется, и вот чего он нам наковыряет, мы тому и рады, радешеньки. Да поймите вы, поймите, ну... За его спиной сколько тоннелей? За моей? Первый портал. А вам не кажется, что вы у него этот портал покупаете? Извините, но... Выбирайте, пожалуйста, термины не столь прямые. Да вы что ж думаете, я ничего не ведаю? Как какой? Дефицит ему первому. Каждый квартал премию правдами-неправдами наскребаете. Ружьишком вон обзавелись, чтобы вместе зайцев стрелять. Хотите кофе? Да. Тогда пройдите, пожалуйста, в мою комнату. Я сейчас. Зачем звал, бригадир? Где кандидат? Идет за нами. Дальше-то потихоньку. Я говорю, чертова статистика. Верно, солдат? Какая статистика? Да вот по которой у нас 5% ручных, немеханизированных работ. Ну, а если бы 6? С 6%, я думаю, кандидат, ты бы из горы не выполз, а? Выполз бы. Ну, держи, Витя. Первую свою тыщенку. Тебе ведь теперь много надо. Ну, а тут на белое платье, на фату вполне хватит.
Но я не мог столько заработать. Что это, аванс? А где расписаться? Да вот, на любой стенке. По ведомости ты какие-то копейки должен взять. А это мы тебе из нашего котла общего, аварийного. Получку в него отсчитываем, чтобы потом кому на «Жигули», кому старикам-родителям, ну а кому на отпуск, пожалуйста. Отработаешь, вложишь. Бригада, становись! Так, так, Мигуля, Мигуля. Собирай! Ну что, мужики, позвольте вам представить действительного и полномочного члена нашей героической бригады. Наконец. Здесь, Витя, самые дорогие и близкие. Да, Витя. А впереди у нас у всех океан. Янис, нашу первую заповедь. Ознакомь коллегу. Человечество делится на две категории. На проходчиков и проходимцев. Ну, юмор! Так мы вот проходчики. Да вижу, вижу. Давайте по этому поводу чайку. А может, что-нибудь покрепче, а? Ну, смотри, малявка, покрепче ему. Пойдемте, ребята. Пошли. Постойте. Минуточку! Мужики, стоп! Руководство наше, Виталий Свет Иванович, за выдающиеся трудовые достижения кинул на бригаду жилплощадь в виде домика-квартиры. Ой, ребята, наконец-то разродился наш Виталик. А, так вот, посоветовавшись. С кем? С самим собой. О, честь, честь. Как всегда. И, кстати, учтя, что мы все здесь люди неприхотливые, ко всему привыкшие, тайгой закаленные, а также фактор личного семейного счастья. Да, одним словом, держи, Виктор. Повезло, да. Ты куда, Зин? Ну что, на свадьбу-то хоть позовешь? Горько, 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 горько. Стоп, стоп, ну стоп, ну ребят, надо сюда смотреть, сюда. Ирина, Витё, горько же, сюда, во. Момент! Горько! 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 Раз! Ашка! Три! Тихо, не переживай! Костя пришел! Горько. Константин Ильич, прошу. Откуда такая прелесть среди зимы? Только что доставлено из теплиц города Адлера. Момент! Снимаю! Вам, Ирина. Тебе, Витя. Спасибо. Посуду. 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 Прошу вас. Горьковато. Горьковато? Горько! 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 Два! Три! Четыре!
счастья. Танцуем! Максим Федорович, давай нашу. Ой, ну не надо. Давай, 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 давай. Серафим. Ну ладно. Насклеила. Ой, то, что надо. Баньки. Весело тебе? Все тебе. Вам. Ключи, цветочки. Добрый он у нас, да? Кто? Костя. Ну, товарищ Басаргин. Вы о чем? Гляди, девка. Ведь он у нас просто так ничего не делает. За его доброту платить придется. Его доброта дорого стоит. Решать. Холодно же. Ты что здесь делаешь? Вить, ты никогда ничего не бойся. Я всегда с тобой буду. Всю жизнь. Пробьемся. Янин Федов, прошу доложить положение на 1 декабря. Байкальцы, как у вас? Вошли в график, Сергей Петрович. По проходке тоннеля 101%. Проблема с тюбингами. Поможем. Карачаныш! Карачаныш! Портал Запад! Зернов слушает! Кто у вас, Зернов? Только что провели последний замер, Сергей Петрович. Так? В штольне 20 метров сверх плана. Басаргин постарался. Хорошо, хорошо. Слушай, Зернов, 30 декабря вы обязаны врезаться в портал основного тоннеля. Понял? Как идет подготовка? Набираем темпы. Технику завозите? Поступает. Thank you.
Гриша, ау! Ты меня извини, ведь с ужином я опять не успела. Сделай себе сам яичницу. Видишь, какая я у тебя безрукая. Зин, открой душ, чего заперла? Басаргин приказал. Здрасте вам. И за что же нам такое наказание? Или воды нет, и что ли? Вали сюда, мужики. Зин, давай. Что за новая мода такая? Теперь здесь будем ужинать? Перекусите. И в забой. Как это? Мы на сегодня свое отпахали. А после смены законный отдых положен. Летом в отпуске отдохнешь. 31-го должны врезаться в основной портал. А за нами должки по штольне. Надо платить. Ты бы еще полбутылки на нас поставил. На человека, для энтузиазма. Ты это к чему? Тому, что ты в последнее время зверей стал. Тебе только кнута не хватает нас погонять. Спасибо, Зина. Да уж можно было бы, я бы не отказался. Между прочим, если тебе твой возраст и переутомление мешают еще часа 4 попахать в забое, я ведь не задерживаю. Отдыхай. Коллеги, раз надо, значит надо. Бригадир, пока вы тут заправляете, я на минутку домой забегу. Можно? Чего уж на минутку? У тебя семья. Уважим, а? Пускай идет. Семья есть семья. Я бы тоже пошел, если б было к кому. Но мы знаем, что не к кому. И за какие такие заслуги ты солдату все позволяешь? Заботливый стал, просто удивления не хватает. Не понял. А тут никто ничего не понимает. Даже я. Вот Янис, Иван Иванович, Мигуля. За Константином Ильичем кто 3 года, а кто уж по 5 со стройки на стройку курсирует. А вот такой сердечности к себе не замечали. Зина. Что Зина? Что ты мне рот затыкаешь? Не одна я удивляюсь. Тебе Зернов дал квартиру? Можно сказать, одна была такая на весь поселок. А ты ключи ему отдал. А почему, например, не Ивану Ивановичу? Чтобы, наконец, жену свою из Запорожья выписал. Или мне, допустим. А может, у меня планы в личной жизни? Зина. А может, я собираюсь тоже малышковой колясочкой обзавестись? Прости, Зин, я не знал, что она тебе положена. Мне дали, я-то что? Ну, хватит! Зинаида постыдилась бы! Чего, Кость? Да ты что? Ты с ума сошла. У него же первая свадьба была. Семья у него. Но мы же радовались все. Ты, Зин, ты, ей-богу, не туда что-то. Не туда, Зинок. Зиночка, не грусти. Да идите вы все!
чего? Я отдыхать буду, а вы горбиться. Я как все. Что это про колясочки заговорила? А тебе какое дело? Кончай ты это. Боишься, что я на тебе права заявлю? Светлый облик образцового бригадира замараю. И тебе следующий орден не дадут. Ну, тебя-то ведь не спросят, что мне давать, когда и за что. А ведь ест тебя какая-то ржа, Костя. Ест. Наши мужики этого не замечают. А я баба. Мы, бабы, неладно издалека чуем. Неужто нашлась такая, которая не по твоей арифметике живет? Ну, а если нашлась? Не я, конечно. Нет, ты. Что ты на этот раз не рассчитал? Что-то у тебя не так пошло. А ты ведь всегда рассчитывал точно. А главное, как бы себя не обременить. Не надо, Зин, не надо. И без того тошно. Не оценила она твои заботы. Кто? Да будет тебе. Не слепая. Твои где? Забой, где ж им быть? На портал тяжелую технику завозит. Весь поселок на разгрузку поднимем. Так что без твоих титанов не обойдемся. Говорят, даже бильярд везут. А я все думал, что нам для полного счастья не хватало. Бильярда. Слушай, ты нам покрепче чайку с ребятами завари в термос. А то нам до утра на разгрузке колотиться. Ау. Поняла? Чайку бы нам.
Все-таки глупая я у тебя, Солдатов. Почему? Раньше думал, что самое страшное – это тайга. Когда все рушится, горит. А люди неотправленные письма тащат и гибнут. Оказывается, что этого давно не бывает, и если случается, то это здесь, наверное, не самое трудное. Что же самое трудное? Самое трудное, Витя, это просто жить. Ходить каждый день на работу, как все. Стирать каждую неделю, тебя ждать и знать, что завтра ничего уже нового нет, не будет. А будет все как всегда. Вот это и есть самое страшное. Ты знаешь, Витя, я тебя уже видеть не могу. Потому что знаешь, что завтра все будет так же, как всегда. Загулял бы ты, что ли? Войдите. Я правильно попала? Извините, пожалуйста. Мне сказали, что горнопробивальщик, горнопроходчик, товарищ Солдатов здесь живет. Кто это, Витя? Иди объясняйся. У меня дома сидят все твои. Кто? 168 сантиметров. Чего? Иди, говорят. Ящик я сам за тебя потаскаю. Это полегче, чем там, с ними. Вы можете не волноваться. Если совершенно откровенно, то ваш супруг не произвел на меня никакое впечатление. Спасибо. Ну, а как же ты решилась? А я люблю, чтобы было интересно. Мне по моему брачному объявлению, знаешь, сколько писем пришло? Ну, здесь можно было бы все стены вместо обоев обклеить и перед сном читать. Но все письма были какие-то скучные, обыкновенные. А это какое-то ненормальное. Все в пятнах, мятое. И наоборот, с какой-то квитанцией. А там написано на другой стороне. Расход взрывчатки за декаду 1,5 тонны. Интересно? Ну, я посмотрела на карте. Вообще, где-то на второй половине земного шара. Ну, и представила себе, какой человек это писал, который все рушит, взрывает. И сам как из гранита. Ничего не понимаю. За тобой же любой пойдет. А ты объявление в газету даешь. Не стыдно? А я его и давала, чтобы стыдно было. Только не мне, а маме. Папа мой, он капитан дальнего плавания. Его никогда дома нет, и вообще его очень редко вижу. Но мама, мама у меня... Ой! О! Она все время пытается мое личное счастье устроить. Она говорит, Илга, бери пример с меня. Разве ты думаешь всю жизнь прожить на свою фельдшерскую ставку? Не упусти своего шанса. И знакомит меня с разными типчиками, у которых... Положение в обществе, материальная база. Будь здоров. И вообще, она ведет себя так, как будто меня самой на свете нет. Но я как-то взбесилась и пульнула это объявление в газету. Но я хотела просто доказать, что я не собачка, которая потерялась и которую надо кому-то приручать. А во-вторых, мне было интересно, что из этого выйдет. И вот и вышло. Хотя и глупо, зато я здесь. И мне интересно. А что здесь может быть интересного? В
Все? Здравствуйте. Добрый вечер. Тут, значит, такое дело. Это не он, не Солдатов вам писал. Это, значит, я. Ошибочка вышла. Так. Ну и что же? Вы желаете ее исправить? А можно? Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Как шатенка. Обожаешь чай, театр, музыку и живопись. Я хотела бы встретить человека сходных интересов, энергичного. Я энергичный. Хорошо. Начнем с классической музыки. Как вы относитесь к композитору Равелю? Равелю? Да. Честно? Не слыхал. Да? Ну, а в области театра что вы предпочитаете? Фиалку этого... Мармартра. Ясно. Тогда перейдем к живописи. Я когда-то увлекалась Модельяной, Эль Греко. Но это прошло. Теперь мой бог Винсент Ван Гог. Из его работ «Звездная ночь», «Куст Сен-Реми». Помните? Куст на картине? Мертвая вещь. У нас ведь тут кустов навалом. И все живые и очень красивые. Взять тот же багульник. Бери, не хочу. Я вам натаскаю. Спасибо, не надо. Много о себе понимаете. Музыку вам. А когда стойки трещат, гора гудит, кровля рушится, такое слышали? Театр вам? А вагонетку на 4 тонны, вот этим вот горбом на рельсы, когда забурится, что, Гамлета звать? Живопись тебе. А твой Гамлет или Ван Гог суточную норму на проходке нарисует, когда воды по пояс и пропарка похлеще, чем в сундунах? Паша! Эх вы! Не обижайся, давай будем чай пить. Спасибо. Напоили. Павел, подождите! Как некрасиво вышло. Зин! Зин! Ты знаешь, кто такой Ван Гог? Художник древний. О, все, ну все знают, кто такой Ван Гог, один я не знаю. Слушай, у тебя успокоительный есть какой-нибудь? Надо мне. А все, Пашенька. Сестренка у меня в чите. Какая чита? Какая сестренка? Что все? А все. Проспекты, тоннели, кафе с музыкой. Так что кофейничай теперь без меня. Бегуля! Кого? Павел, кажется. Давай, давай, что стоишь? Скоро порожняк. На перевалку в обратный рейс двинется, не опоздали бы. А мне домой невозможно, товарищ солдат. Почему это? А я всем претендентам написала, что принимаю их предложение. И домашний адрес дала. Так что представляете, какая там сейчас очередь. И как моя мамочка с ними объясняется. Да, давно я таких веселых у нас не видел. Но... Берегись! Вздрагивай. Твой на разгрузке. Все там. Или прогонишь?
Ждала? Нет. Ждала. Потому что тебе скучно. А я рядом. Нечто острое даже. Опасное. И волнующее. И главное, никак не понять. Что именно? А все. Все, что случилось. Ну почему? Это как раз понять нетрудно. Ты мне больно хотел сделать. И показать, что мы солдатов так, серенький нуль. А вот ты у нас человек на горе. Ты все можешь. Так ведь могу, Ирина. Да, мог. Раньше. Ты знаешь, мне даже как-то странно, что я могла за тебя все бросать, сраться и бежать. Что-то случилось со мной за эти месяцы, товарищ Басаргин. Может быть, потому что щи начала варить мужу. Ждать не хуже других. Может быть, потому что солдатов со мной. Всегда рядом. Знаешь, с ним как-то уверенно и спокойно. Да. Спокойствие – это, конечно, вещь. Но зачем ты пришел? Соскучился. Ты что, меня на ночку пригласить хочешь? Зачем ты так? Если бы я этого хотел, это давно бы случилось. А мне этого не надо. Теперь не надо. Мне теперь или все, или ничего. Господи, у тебя же все было. У тебя же все было, ты же сам от всего отказался, все задавил. От кого? От кого я отказался? От той, которая свистни ей. Сорвется, прибежит на белом пароходике прокатиться. От нее, с которой приятно за коктейльчиком посидеть, потрепаться невесть, о чем, невесть зачем. Ты что, только теперь понял, что я на что-то способна? Господи, да неужели ты мне испытание устроил на семейную жизнь? Ну и как? Выдержала? А если я солдату все расскажу? Нет, нет, ничего, и никогда ты ему не расскажешь. Тебе ведь жаль его? Вот ты его и пожалей. А я терпеливый. Я ведь никого и ни к чему не принуждаю. Но одно я знаю твердо. Ты глупости натворила. Я сглупил. Только нам друг от друга никуда не деться. Нет? Ромашка полевая, и лежишь, помятая, на грязной мостовой. О, собачка, собачка, ну дай лапу, дай лапу. Вот так, ну рассказывай, рассказывай. Молодец, мой. О, так, хорош. Это где ж ты причастился? А что ты на меня шипишь-то? Ты мне улыбнись, лучше. Ты мне улыбнись, я для тебя все, что хочешь, сделаю. Очень надо мне тебе улыбаться. А ведь улыбаешься, кому надо. А кому не надо, не улыбаешься. Ты всегда знаешь, кому надо улыбаться. Вот поэтому я тебя и перестал уважать, бригадир. Мне твое уважение до лампочки. О, это точно. Вот 5 лет мы с тобой. А ведь тебе все равно, что у меня на душе. О чем я думаю, тебе ведь до лампочки. И вот что у меня вот здесь вот. Тебе тут и растереть.
Тебе ведь нужно одно. Пашка туда, Пашку сюда. А я ведь, между прочим, не Пашка, а Павел Иванович. А мы для тебя фишки-пешки, которыми ты какую-то свою игру выигрываешь. Только вот какую, а? Какую, бригадир? Ты что? Иди проспись. А ты можешь мне. Можешь. Ну. Прощай, глупышон. Ты мне напишешь из Читы, ладно? А то мне никто из Читы не пишет. Обязательно пишем. Я прав. Какая я к чертям Чита? О, видишь? Не захотел даже с тобой проститься. А знаешь, что она мне сегодня сказала? Вы, мужики, с Басыргиным, будьте поосторожней. Он на ваших горбах не на Карачаныш забирается. Он себе горку гораздо выше присмотрел. С президиумом. Хорошо, что она умотала. Место тебя освободило. В Лампову теперь ты сядешь. Вместо нее будешь нам Лампову давать. Ш-ш, Джим! За что, Кость? За что? Теперь хоть подмена будет по дежурству, а то я все одна и одна. Этот гражданин нездоров? Почему он в медсанчасти? Он попросился отдохнуть. Жирновский Олег, уникальный человек. Путешествует он, песни сочиняет и даже поет. Да зонги, а не песни, Лиля! Почему не заперт шкаф с медикаментами? И где график профилактического осмотра строителей? Сейчас помню. Я найду. Искать не надо. Каждая вещь должна быть на своем месте. Медицина заканчивается там, где заканчивается порядок. Там во дворе, под снегом, у вас лежит уникальная рентгеновская аппаратура. Ее нужно немедленно перенести в помещение и смонтировать. Ваше счастье, что тут у вас пока еще никто себе костей всерьез не ломал. Почему здесь так холодно? Я сама дрова пилить не могу. Дрова завезли, а товарищ Зернов пильщиков не дает. Хорошо. Идите и пригласите сюда товарища Зернова. Он не пойдет. Начальник всего портала Запад. А вы пригласите так, чтобы пришел. Вкусно? Относительно. Вот я помню, в Мурманске, в Транфлотской больнице, вот это была кормежка. Палтус под маринадом. Или, скажем, Жмыховка. Районный центр, медкухня, что тебе национально? Да, большие у вас, я вижу, связи в медицинских кругах. Ну, а как же? Я ведь на все готов. Во имя науки. А на что именно? Да на все. Серьезно? С обезьянами у нас в стране туго. Туго. А я вот он, на все готов. Предлагал даже, пусть на мне новые медикаменты изучают. Так нет же. Любую микстуру проглочу. Пилюли, уколы, пожалуйста. Нет, не дают развернуться. Ну, а чем вы, собственно говоря, занимаетесь? Иду. Куда? Туда, сюда. И вообще предпочитаю места, где не ступал нога цивилизованного человека. Хочу увидеть то, чего завтра не будет. Первозданную незагаженную тайгу. Зверя доверчивого, птицу непуганную. Заходы, восходы. Сюда вот шел с трепетным ожиданием узреть знаменитый хребет Карачаныш. Зря старался.
Не успел глаза распахнуть, как навстречу мне рыло бульдозерное. Здрасте! Мы уже здесь! Куда же вы? Человек вы путешествиями закаленный, может быть, не стоит. Быть на такой стройке не каждому удается. Мимо! Слушайте, давайте раскинем философически. Ведь трассу все равно построят, рано или поздно, со мной или без меня. И тоннель тоже будет. Это процесс исторический, это неизбежно. Ломоносова помните? Могущество России... Прирастать будет Сибирь. Правильно, и пусть прирастает. Только без меня. А я иду. Слушайте, паспортишко верните, Лилька брала, параметры снимать. Там у нее, в столе. Медицина у нас, конечно, бесплатная, но не до такой же степени. Не понял. Я не намерена здесь бичей откармливать. За 2 недели, товарищ Жерновский, на приличную сумму налопали. Отработаете и отпущу. Ну ты, гляди у меня. Не ты, а вы. И глядеть на вас мне нечего. Дрова во дворе, пила и топор там же. Чтобы к вечеру у меня здесь было плюс 18 по Цельсию. Куда ставить-то? Пожалуйста, в угол. Все, вы свободны. Чао. Я займу вот эту комнату. Мне кажется, она поменьше. Я полагаю, это большое свинство иметь 2 комнаты на двоих. Я беру на себя стирку, готовку, уборку и культурные мероприятия для всех, но только по четным числам. По нечетным мы эти необходимые обязанности возложим на вашу жену. Ирен, где вы там? Вы согласны? Ку-ку! Нету ее. Не понимаю. Уехала она. Говорят, видели, как на попутку голосовала. До перевалки. Я еще утром уходил. Ничего такого. Даже спросила, что я на ужин хочу. Вот, под дверью нашел. Видите, только здесь, рядом с тобой, я поняла, кто я такая. Спасибо тебе за все, родная, прости, живи счастливо. Тогда извините, я пойду. Да, устраивайтесь. Мне-то что? Мне все одно. Ну-ка. Винсент Ван Гог. Ну... Янис, ты отсекай. Можешь смело докладывать товарищу Смирновой. Бригада неустанно накачивает свой культурный уровень. Паша, ты только это... Только сам не вздумай рисовать. А то у Магеллана на складе с краской туго. А может, хватит с него, бригадир? Сколько ж казнить-то можно? Витя, у тебя, случайно, в роду священнослужителей не было? Нет. Откуда ж у тебя столько милосердия?
понимаю. А я вот не понимаю, почему ты Пашку сюда втихаря сунул? Что ж девчонку на лампу не нашли? А раз виноват, так и наказывать его надо было по комсомольской линии. Это чтоб на всех углах языками чесали в бригаде Басаргина пьянь завелась, так что ли? Нет, Витенька, такой популярности мне не надо. Ну, впрочем, если у нас Паша проникся и осознал... Не проникся. На медосмотр, товарищи. Пожалуйста, по одному. Что это еще за новости? А? Есть. Так, повернитесь. Дышите глубже. Не дышите. Что, совсем? Что совсем? Не дышать. Задержите просто. Угу. Дышите. Норма, Лиля. Долбали. А теперь все сначала начинай. За две недели чуть не новый Байкал их, что ли, не откачали. А толку? Не замерзает? 50 градусов. А приток? Постоянный. Спокойно можете открывать новый курорт или баню. Да, баню. Вот если сроки сорвем, всем нам будет баня. Это точно. Прогонишь.
как там? Комиссии, академики, референты, консультанты. Поналетело, как Воробьев. Шум стоит. От Москвы до Тихого океана. Но из всего шума ясно одно. Штольня практически накрылась. Проходку надо начинать с нуля. В портал врежемся через полгода, не раньше. Тряхнуло, ты, говорят, баллов на 5. Молодая, говорят, рифтовая зона, резвушка такая. Черт бы я побрал. Твоя пишет? Нет. А ты? Нет. Хотел бы, но нет. Это правильно. Мужик до тех пор мужик, пока не он, а за ним бегают. Да я не об этом. Ну что писать? Мне ее видеть надо. Не понял. Спасибо тебе. За все тебе спасибо. Только уеду я. Что значит уеду? Мы с тобой ведь и не пассажиры. Туда-сюда курсировать. Мы с тобой, Витя, партийной дисциплиной повязаны. Не погреб под картошку в селе твоем мы роем. Отпусти ты меня. Огорчил ты меня, Витя. О, добрый вечер. Вы очень вовремя, товарищ Басаргин. Подержите, пожалуйста. Это цепелины, там картошка, а внутри мясо. Очень вкусно. Да. Если бы мне по вечерам подавали такие дирижаблики, я бы не скучал. Ставьте, пожалуйста, здесь. Так. Вы ведь поужинаете с нами вместе, да? Благодарю. Тогда раздевайтесь. Одну минуту. Садись, Витя. Впрочем, нет. Извините. Но я уж не буду вам мешать. Слушай, кончай ты эти штучки. То ужин, то кофеек у меня на столе. То рубашки мои выстиранные на кухне развешаны. Зачем? Я просто не могу выдерживать, как у вас здесь в комнате тихо. Каждый вечер уже сколько дней тихо. Это плохо, Витя, это очень плохо. Ну а тебе-то что до этого? Man ir ārkārtīgi labi. Es visam mierīga, stūpens tāds. Jūs tā zin siltāk. Slušaj, ti što, tavo, da? Ne tavo, ne mešajte mne zanimāts auto treningam. Mne harašo. Mne tižiļi kočiki palcev. Nauči, a? Svršena spokojna. Nauči, možda mne to tož pomožet. Ja svršena spokojn. Mne harašo. Mne teplo. Я совершенно спокоен. Мне тепло. Мне очень хорошо. Субъектом с душевной конституцией носорога автотренинг не помогает. В отпуск ты сейчас? Я не требую. Хотя и по совести, и по трудовому законодательству могу и потребовать. Я прошу. Но ты же видишь сам. Вымотался я, выжег себя. Ухайдакался! Нет, это странно как-то. Неловко даже. И почему именно Солдатова вместо тебя? А что твои старички скажут? Он же у вас недавно, во всяком случае, не столько, сколько многие. Семейный горшок у него треснул. Уезжать он собрался, а мне такого терять не с руки. Да и тебе, кстати, тоже. Да ведь временно, Виталий. Ну, отдай ты мне, ну, хоть месячишка. Такого еще не было, чтобы ты
просто так ни с чего сматывался. Давай по-честному, гость. С чего? Да просто мне надо, а не тебе! Могу я о себе подумать. Пашку из ламповой не вынимать. Пусть проникается. Искусствовед. Я тут немножко деньжат из общего котла повыскать, но ты же знаешь, за мной не пропадет. В отпуск никого из моей бригады до моего возвращения. Ну, если что, жми на Зернова. Виталий обещал бригаду не обижать. Ну, а при чем тут я? Нелогично. Приказ подписан на солдата. Так это же для руководства. Ну, пусть поиграется. Ольга Михайловна его обожает. Он же прямой, как штык. Ко всему всерьез относится. Но если будет великого деятеля себя разыгрывать, вы же знаете, как на место ставят? Ты надолго? Да не знаю. Дела-то тут у нас, как видишь, поганые. И нормальные горные рубли от нас далеко уехали. А при чем тут это? Да, в общем-то, продержимся, верно? Первыми пришли, последними уйдем. Ничего. Так, ну, в общем, отдыхайте пока тут, а я тоже отдохну. Логично? Логично. Ну, хоп. Илга, скоро ты свои ящики на склад перетащишь? Ты что, не слышишь? Ступить негде из-за барахла твоего. Оно не мое. Это аппаратура для дискотеки, присланная комсомольцами ВФА из Риги. Нико. Какая длинная фамилия. Щепетильникова. Ну и что это за расписание? Правда? Похоже на это железнодорожное расписание. Между прочим, они будут появляться в точно назначенное время. Как маленькие фирменные, немного вопящие экспрессики. Вы не мучаетесь догадками. Это список тех, которые сейчас, как это, в интересном положении будущих мам. Видите? У нас их уже довольно много. Вот здесь я буду ставить результаты их дальнейшего осмотра. Да? Вот тут будет дата, предполагаемая дата появления на свет малыша. Я ведь должна хотя бы примерно знать, сколько пеленок, колясок, всего остального мне заказать, чтобы завезли Орсу, да? И ведь самое главное, я должна вызывать помощь из области. Я сама вообще-то могу принять роды, но лучше не рисковать. Мне кажется, первый ребенок, родившийся в нашем поселке, это очень ответственно. Как вы думаете, Виктор? А раньше ты называла меня просто Витя. Почему мы перешли на «вы»? Вы? Это дистанция, спокойствие, деловитость и уважение. Между прочим, позвольте вас поздравить. Конечно, поздравить с назначением на высокий пост бригадира. И пожелать вам много успехов в труде и, конечно, счастья в личной жизни. Бригада Солдатова, по-моему, звучит очень мужественно. Да кончай ты.
Мадонна. Если ты есть, сделай так, чтобы его курица больше к нему никогда не возвращалась.